Ямы на дорогах стали главной темой для обсуждения среди автолюбителей. Теплая зима в этом году и частый переход температуры через ноль приводят к износу и разрушению асфальта. Конечно, ям больше на автомобильных дорогах в первую очередь, и там, где интенсивное транспортное движение, интенсивное грузовое движение, улица Садовая, Курчатова, Зернова, Арзамасская. В общем, все большие магистральные улицы наблюдаются подвержены наибольшему воздействию нагрузки автотранспорта, и там сильное разрушение. Яму латает дорожно-эксплуатационное предприятие. В две смены рабочие борются с последствиями капризов погоды. Выбоины устраняют двумя способами – заделывая кирпичами и с помощью рециклера. С помощью рециклера, да, это установка, которая позволяет использовать элемент фрезерования холодного повторного использования асфальтобетонной смеси наперед, пока не работает асфальтобетонный завод. А кирпичом – это работа по мощению выбоин кирпичом. Просто производится разборка асфальтобетонного покрытия, подготовка поверхности, укладка кирпича стык-стык, чтобы ликвидировать выбоины. Укладка ям кирпичом требует больше времени, при этом дороги не перекрывают и возникают заторы. Но этот метод надежнее и долговечнее. Заделать яму асфальтобетонной смесью быстрее, но колеса проезжающих автомобилей ее быстро размоют, и выбоина возникнет на этом месте вновь. Так, нельзя сказать, что полностью работа может быть здесь на этом участке выполнена, на любом, потому что в принципе, допустим, взять улицу Арзамаску и улицу Садовую, неоднократно туда люди возвращаются, и буквально из-за, опять же, наличия большого воздействия транспорта и воды, и перепада температуры, эти ямы могут тут же влетать вновь уложенная смесь. Поэтому неоднократно приходится возвращаться на одно и то же место. Специалисты подчеркивают, что все эти меры временные. При наступлении более благоприятных погодных условий ДЭП проведет полноценный ремонт ям на дорогах города. Горожане могут сообщить о выбоинах через портал «Умный Саров» или непосредственно в ДГХ по телефону 977-54. На все обращения специалисты оперативно отреагируют. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Александр Мальков, служба новостей «Саров-24».